Видео представлено сайтом onlinegdz.net номер 242. Может ли иметь положительный корень уравнение а x плюс 5 умножить на x плюс 6 плюс 9 равно 0 и b x квадрат плюс 3x плюс 1 равно 0. Итак, разбираем уравнение а. Перенесем 9 в правую часть уравнения. X плюс 5 умножить на x плюс 6 равно минус 9. Предположим, что у нас уже есть факт того, что x положительное число. То есть действуем методом от противного. Если x положительное число, то и плюс 5, прибавив к нему, мы получим положительное число. И получим также положительное число, если прибавим 6. А произведение двух положительных чисел – число положительное. И равняться минус 9 не может. Соответственно, в первом уравнении x не может быть положительным. Во втором случае x квадрат плюс 3x плюс 1 равно 0. Снова мы минус 1 переносим вправо. Соответственно, у нас квадрат положительного числа и плюс 3 умноженное на положительное число. Сумма двух положительных будет число положительным. Соответственно, не может быть минус 1. Значит, и в 242 пример b ответ может быть, что x не положительное число.